Привет, друзья! Сегодня вам расскажу про то, как застройщики, то есть компании, которые строят новые дома, их здесь у нас называют билдеры, общаются со своими клиентами. Я точно не могу сказать, как общаются те, кто строит именно дома, в России, по крайней мере. Я знаю лишь только то, как строят многоквартирные дома и общаются ли застройщики с новоиспеченными, скажем так, обладателями квартир в строящихся домах. Вот. И хочу вам рассказать про то, как здесь обходятся такие компании с жителями местными, которые у нас здесь живут. У меня был небольшой опыт в России, и я вам хочу сказать следующее. Никто ни с кем из застройщиков, со стороны застройщика, с клиентами не общается. То есть вы пришли, договор подписали, деньги заплатили, все, вам начали строить, когда там, чего там, неизвестно. Вы сами должны уже ближе к концу стройки как-то мониторить, еще что-то делать. Вот, в Америке немножечко иначе. Даже не то, что немножечко, а абсолютно противоположное отношение к клиенту. Итак, смотрите, ребят. Когда вы подписываете контракт на постройку дома, его не сразу начинают строить, то есть определенная очередь, когда дом начнут строить, после какого, то есть своя очередность есть. И все время, пока вы ждете, это может быть и месяц, и два даже, до момента начала, потому что под ваш проект, под все ваши требования и хотелки, которые вы в контракте накидали застройщику, они должны получить соответствующее разрешение. То есть не все так просто, все по разрешениям. Итак, когда вы все подписали, вы в дизайн-студии выбрали все опции, какие вы хотите в дом, вы больше ничего изменить после этого не можете. Именно с этого момента начинается отсчет, то есть билдер сам, он берет все необходимые разрешения и начинает строить. Простите. Так вот, пока он даже еще не начал строить, вам каждую неделю, ребята, будут звонить. Будет звонить менеджер, с которым вы подписывали договор, либо специально обученный человек со стороны билдера, который вам будет говорить, что так и так, вот мы в таком-то процессе, мы уже получили практически все там определенные пермиты, нам еще надо получить вот эти, и срок там будет, допустим, 5 недель до момента начала строительства. Вот. И каждую неделю вам дают апдейт, что у вас там с пермитами, получили или нет, когда они планируют, сдвигаются сроки, не сдвигаются, есть ли какие-то риски. И в момент, когда там начинается стройка сама, а стройка начинается с того, что начинают скашивать траву на вашем участке, вам начинают точно так же каждую неделю звонить и говорить, что мы сделали за неделю такой-то прогресс, вот у вас уже, скажем так, скошена, убрана вся трава с участка, мы его начнем, допустим, если вам звонят по пятницам, говорят, в понедельник или во вторник мы начнем там перекапывать землю, то есть готовить уже место под фундамент. Если вы видели предыдущие мои видео, вы имеете представление, как это выглядит. Так вот, с этого момента все, вас каждую неделю также будут продолжать вести, но не просто вам рассказывать, что мы что-то сделали, мы планируем вот это сделать. Вам также, ребята, будут присылать фотографии на ваш телефон смс-ками. То есть менеджер, он пишет вам и всем заинтересованным лицам. Это может быть ваш риэлтор, это может быть еще какая-либо компания, через которую вы обращались. Вот, они участвуют в переписке, дается вся информация, а потом лично уже вам менеджер присылает фотографии. Я разговаривал с менеджером одной из компаний, одного из застройщиков, и он сказал, что это, в принципе, помимо заключения контрактов, его основная работа – держать в курсе всех своих клиентов, всех, с кем он подписал контракты. И это, по его словам, это занимает порядка 80% времени. То есть заключить контракт, вы сами понимаете, это, ну, не так долго. Это полчаса времени занимает. Тем более сейчас все это можно сделать удаленно, вам присылают линк, и вы просто все подписываете, при этом общаясь вживую, ну, не вживую, а по FaceTime, например, с вашим менеджером. То есть вы подписываете, одновременно с ним общаетесь, но потом у него начинается именно основная часть его работы. Это ездить фотографировать участки, ездить фотографировать прогресс, информировать всех клиентов еженедельно, на каком этапе все происходит. Далее. Немаловажный момент, вам устраивают встречу, ну, сейчас это все делается виртуально, естественно, именно с бригадиром
строителей, которые все это будут строить. То есть есть один билдер, компания, которая, например, застраивает жилой район. И она точно так же, как вы наняли ее для постройки дома, она нанимает уже своих строителей. То есть не строительная компания, по сути, да? Это компания, которая все это организовывает, получает все разрешения, улаживает все вопросы. А строят уже небольшие, возможно, даже компании. У них есть они свои постоянные, которые строят. Так вот. Ваш билдер, компания-застройщик, устраивает вам митинг. Ну, здесь так называют митинг, встречу онлайн. Именно с бригадиром и менеджером этого бригадира, которые вам уже непосредственно все это строят. С вами общаются, знакомятся, рассказывают о себе, чтобы вы имели представление, потому что, ну, это достаточно важно здесь, именно знать человека, представлять, что он из себя представляет, скажем так, простите за каламбур, но это немаловажно. Вот, вы общаетесь, с вами еще раз уточняют все опции, которые вы выбрали, потому что их уже изменить потом нельзя. Вот, и опять-таки обещают с вами быть на связи после каждого какого-то действия. То есть, например, перекопали фундамент, вам позвонят, скажут: вот мы перекопали фундамент, вы можете приехать посмотреть, если хотите, можете своего инспектора пригласить. Далее, когда там заливают фундамент, залили фундамент, вам опять-таки позвонили, дали апдейт. Это помимо того, что вам будет еще звонить менеджер с компании застройщика. То есть вы постоянно находитесь в курсе того, как это делается. Помимо этого, вам присылают фотографии. То есть я знаю людей, да я и сам так же поступал бы, которые бы ездили каждую неделю, ну, посмотреть. Это же все-таки ты свой дом строишь, да, это же классные впечатления, ощущения, все это посмотреть своими руками, потрогать. Классно. Но для тех, кому это не столь важно, может быть, для инвесторов, например, кто покупает там второй, третий, четвертый дом и планирует его сдавать, чтобы этот дом, скажем так, сам себя выкупил, они не будут ездить, но вас постоянно держат в курсе, потому что подход другой к людям. Вы здесь клиент, который платит деньги. И платит деньги в том числе и за эту работу, которую проводят с вами. Не только чтобы вам построили, но и за то, чтобы вы чувствовали себя, скажем так, обхоженным со всех сторон. Чтобы вы не сомневались в том, как строится, вам давали все опции, вас приглашали. Вы могли пригласить инспектора, который проверит работу строителей. То есть вы себя абсолютно иначе чувствуете. Вы чувствуете, что вы в курсе происходящего. И помимо этого, вы это еще и видите. Вам присылают подтверждение. Причем подтверждение не так, что непонятный какой-то участок земли, а вам пришлют подтверждение, сфотографировав это все таким образом, чтобы вы видели, на бордюрах пишутся номера домов, что это именно ваш адрес, что это именно ваш участок. Таким образом, у вас даже тени сомнения не возникнет в том, что вас кто-то хочет обмануть, нахлобучить или еще что-то. То есть абсолютная прозрачность. Посмотрим, как это будет двигаться дальше. То есть по мере строительства домов, я думаю, возможно, появится что-то еще, когда уже начнут, например, плитку класть в доме или облицовывать еще что-то. Потому что бывали случаи, мне рассказывали, когда, например, застройщик не может найти необходимый кирпич. То есть, когда вы дом заказывали, до момента облицовки уже дома кирпичом может пройти полгода, и этот кирпич может исчезть с рынка. И вам позвонят и скажут, что так и так, вот вашего цвета, к сожалению, нету. Давайте с вами обсудим, или вы можете приехать, выбрать другой цвет кирпича, например. Да? Вот. И всякие такие тонкости, которые я, возможно, пока еще не знаю, или с которыми я не сталкивался, или мои знакомые, я вам дальше буду рассказывать. Но на этапе начала строительства, на этапе того, еще когда оно даже не началось, разница, конечно, существенная. Вы чувствуете постоянно, что вас ведут через весь процесс. То есть это очень классно, я считаю, потому что, ну, человек, который платит деньги, он, в принципе, имеет право, заказчик, быть в курсе. Он не должен чувствовать себя кинутым. И здесь клиенты не чувствуют себя кинутыми. Их постоянно ведут, постоянно звонят. Разговор, естественно, начинается с, знаете, как здесь говорят, short talk. То есть с короткого разговора, как дела, прекрасная погода, как у вас семья и вот тому подобное. Буквально несколько минут, а потом вам уже подходят к делу и все рассказывают. Попутно желая хорошего дня, выходных, смотря в какой день вам позвонили. В общем, друзья, все происходит очень позитивно. Человек чувствует, что его ведут через весь процесс, он буквально участвует в этом посредством просмотра фотографий, например. И эмоционально он находится в поднятом настроении, его держат в этом настроении, ему говорят, как все классно все-таки, какой он классный дом выбрал, как это все всем нравится, и как они изо всех сил стараются, чтобы вы, как клиент, были счастливы.
и вас все устраивало. Так что, друзья, я вам желаю тоже оставаться в приподнятом настроении, быть на позитиве. Следите за движением. Пока.